Իսկ հիմա ժամանակն է մեր ձմեր պապին խնդրենք, որպիսի իրականացնի մեր Սուրենի երազանքը, 90-ականների երգիչ, չէ? Այո. Պապիկ. Լիա. Սուրեն, դու ես տեսնում այն, ինչ ես եմ տեսնում։ Փաստորեն ճիշտ է, ձմեր պապիկը կատարեց իմ երազանքը և մեր տաղավարում է հենց ինքը Սերգեյ Կրիլովը։ Վաո, բարև ձեզ։ Դու հայրեն է, խոսում Սերգեյ Կրիլովը։ Բարի լույս։ Ձուրպ շակովեցի։ Եվ մեր տաղավարում նաև Սերգեյ Կրիլովը մենակ չի Ձյունանուշիկի հետ, ով պիտի թարգմանի իրեն։ Բարի ձեզ։ Բարև ձեզ, դոբրի ուտրը։ Դա, զդրաստութ, ես ոչին ռատ, չտո տակոմ պրիտպրածնիչնեմ ռիժիմի, ոտ ես վազմոզնոստ պազդրայութ սեղ լուդեի, կատորը ожидают вот этого праздника, которые ожидают подарки, которые правда верят в то, что это не мама и папа покупают подарки, это на самом деле Дедушка Мороз приносит. Очень хотелось бы, чтобы дети Армении и окружающего пространства верили в это до конца, до того момента, пока они не станут взрослыми и уже поймут, что не только дедушка дарит подарки, но еще кто-то другой, да? Շատ ուրախ է, որ հենց այսպես նախատոնական օրին ինք հայտնվել է այս տաղավարում և ուզում է, որ իսկապես երեխաները հավատան, որ մայրիքները, հայրիքները չեն անում նվերներ, այլ իսկապես ձմեր պապն է իրականացնում երազանք, ինչպես Սուրեն քոնը իրականացավ և այստեղ հյուրը Սերգեյ Կրիլովը. Кстати говоря, я иногда пишу стихи, свободное от работы время, и вот есть уместное стихотворение предновогодний. Дед Мороз по небу мчится, в новогодней колеснице. Что ему границы в Новый год? Занимают свое место возле елки дети, честно, наизусть читают, хор поет. Дед Мороз, скорее к нам приди, к каждому сердечку путь найди. Мы тебя так долго ждем, без подарков не уйдем. Покажи мультфильм, ну погоди. Ես ուզում եմ հարցնել մեր հյուրին, արդյոք ինքը ստացել է իր ամենակարևոր նվերը, իր կյանքի ընթացքում ձմեր պապիկից և որն է եղել այդ նվերը։ Սուրեն, խոչ սպրասիտի, կակոյ ваш заветная ваша мечта и подарок во всей в протяжении всей вашей жизни вы получили от Деда Мороза. Это было волшебно. Я думаю, что Дедушка Мороз – это то же самое, что и Бог. Ну, да, правда, потому что он правда исполняет твои желания. Но самый главный подарок Бога – это дыхание, да. Мы родились, и мы дышим, и вы мне сегодня, вы мой подарок сегодня. Ну, я так получаю, что вас. Почему? Потому что есть такая фраза – дыхание как данность, неизвестность как подарок. Все остальное – шум. Мы сейчас как будто в цирке с вами находимся, знаете. Дети. Ой, мама, смотри, смотри. То, что происходит за стенами нашего с вами, нашей с вами обитания, вообще не важно. Поэтому самый главный подарок – это дыхание. Дыхание. И оно бывает чистым, морозным, я бы сказал. Когда Дедушка Мороз приходит, а морозное – это значит на самом деле стерильное. А у меня каревор навера – да, шинчарутюнне. Ворстанумес, ев, айтпес, хэнс, մեղ ձմերային շունչը, մարոզ, ծրտաշունչը, դա է, բայց բացի դրանից Սերգեյն ասեց, որ համարում է, որ ձմեր պապը դա անույն աստվածն է, ով մեզ շունչ է տալիս և իհարկե գեղեցիկ ստեղծագործությունը, որ ինք ազատ աշխատանքի ժամին նաև ստեղծագործում է և մենք անպայման կգտնենք, կթարգմանենք և կնվիրենք երեխաներին. Ну, и знаете, хочется какой-то подарок подарить, что-то новое, что люди могли раньше не знать. Мы довольно часто общаемся по телефону. Ты с кем разговариваешь? С Гариком Мартиросяном. Я не говорю с Гариком Мартиросяном, я разговариваю с тембральной окраской голоса Гарика Мартиросяна, запятая, искаженной трубочной мембраной моего телефонного аппарата. Немножечко долго. Ну точно. И спасибо Стиву Джобсу для того, что он сделал возможным разговор по душам. Я разговариваю с вами, закрыл глазки и являюсь только сосудом, где живет моя душа,
Я разговариваю с другой душой, которая в другом месте находится. Я не знаю, как она одета, эта душа, в чем она, но я разговариваю с ней. Это разговор по душам. Это очень хороший подарок для людей, которые имеют возможность разговаривать друг с другом по телефону. И давайте сделаем так, чтобы никто не забыл, кого именно он хочет поздравить с Новым годом. Понимаете? Есть такой список людей, я называю ангельский отряд. То есть кого ты не можешь не поздравить. Вот я желаю людям всем, чтобы никого не забыли, поздравить с Новым годом из этой сотни. Больше нет ангелов, чем сотни, точно. Каревор Невернериц Хамарум Хокукапа, որպեսի կարողանաս, օրինակ զանգես Գարիկ Մարտիրոսյանին, բայց զգաս իր հոգուկապը իր հետ. Եվ ինչքան նոր նվերթա կլինի, ոչ թե նյութականը նվիրենք, այլ կարողանանք մեկս մեկիս նվիրել հոգուկապը, որ դա ամենաթանկն է. Հետաքրքիր է, հա, նախատոնական օրերին դուք գտնվում եք Հայաստանում, որի համար մենք շատ ուրախ ենք, ամանորը պատրաստվում եք դիմավորել, նշել Հայաստանում, թե ոչ, և ինչն է ամենաշատը ձեզ դուր եկել, հա, մեր երկրում, մեր հայրենիքում։ Очень интересно, что в преддверии Нового года вы в Армении. Хотелось бы узнать, планируете ли вы встретить Новый год в Армении, и что больше всего понравилось в Армении? Я 30 лет не был в Армении, и в сентябре приехал первый раз после 30-летнего перерыва. Что-то вспомнил, чего-то не узнал. Вот. Но причиной приезда был мой интерес, который проснулся после общения с фондом памяти Арно Рутюновича Бабаджаняна. У моей жены 10 ноября день рождения, а 11 ноября день памяти Арно Рутюновича. И мы решили вместе с ребятами из школы Чихиджана, из консерватории, там, из других музыкальных колледжей сделать концерт, и он прошел. 13 ноября в зале Арно Рутюновича был концерт, где мы выступали вместе с ребятами. Да, и вот интересно посмотреть, что стало с Арно Рутюновичем в 21 веке. Мало кто знает, что, например, между мною и тобою гуны бытия, тайные поля, звездные. И никто не знает, ну мало кто знает, что, оказывается, это он не девушке, эту песню поет, Арно Рутюнович поет эту песню Армении. Понимаете, так трогательно. Вот это первое, между мною и тобой. Где он сейчас находится? Ну, где сейчас Арно Рутюнович? Я так живу, что мне кажется, что он здесь. Если сейчас кто-то на земле о нем подумал, так это мы. Вопрос. А еще кто-то в этот момент о нем думает сейчас? Ну, если да, разделился на две части. А если нет, то сидит и слушает приятные слова в его адрес. Поэтому, сейчас добавлю немножечко, поэтому 21 января мы снова будем в Ереване, но мы уже будем на Старый Новый год, и будем репетировать, значит, концерт, который будет называться «Космос Арно», наверное, потому что он там, где-то там, в космосе далеком, вот. Да, вот так. Вы даже прослезились, это так трогательно. Да, нет. Получается, и у вас любовь возникла к Армении, да? Ждут нашего перевода. Вкратце, наверное, переведу. Ноембри Тасерекин Каяцав Хамерк, Навирвадзе Арно Бабаджанянин, Ирин Гернери Хет, Чаки Джани Ирчахамби Хет, Каяцав Шат Хетакркир Хамерк, Вора Миткунен Киркнен, Хумбари Ксамеки, Ирквазар Ксан Ирек Тваканин Артен. Я Хетакркир, Вор Ирк, Вор Оринак Берец, Շատ հետաքրքիր ինսայդեր իր մոտ, որ ոչ թե նվիրված է աղջկա, այլ Հայաստանին։ Հետաքրքիր է։ Շատ լավ, ասացիք ընկերներով եք լինելու այստեղ, ովքեր են լինելու ձեզ հետ միասին էլի ռուս շոու-բիզնեսի աստղերից։ Хорошо, вы сказали, что с друзьями будете, а кто именно ваши друзья и из шоу-бизнеса, кто будет с вами? Есть такая интересная деталь. Этот первый концерт, который был 13 ноября, назывался «Однажды в Ереване», как «Однажды в Америке», и в главной роли, конечно, Арно Рутюнович, как красавец. Вот, поэтому я собрал группу артистов, которых можно назвать будущие звезды Еревана. Ну, красавцы просто. Но у меня критерии оценки мастерства ребенка, а у нас дети в основном, вот, это я должен либо смеяться, либо должен плакать. То есть такие эмоции. Когда одна девочка, Сона, из школы Чихиджана музыкальной, вот Наире привет огромный. Сона спела песню «Ах, тополин», и я поехал сразу. Меня очень трогает музыка Бабаджаняна, то есть как-то эксклюзивно она у меня попала. У меня есть вот друг Паша Буре,
известных хоккеистов, да. Русской ракеты. Вот я как-то эксклюзивно попал в него. То есть у него на телефоне всегда мои песни, на всех, да. Я ему очень благодарен за это. Но это точечное попадание. Вот я думаю, что точно так же у меня попал когда-то лет 30 назад Владимир Семенович Высоцкий. А вот сейчас, полгода назад, Арно Рутюнович. Я правда ставлю между ними знак равенства. И 11 ноября был на Тахмарском кладбище. Այսպես ասած ընկերները իր համար շոու բիզնես մեծ մեծ անունով մարդիկ նրա համար տաղանդավոր մարդիկ են ավելի շատ ովքեր կգրավեն իրենց տաղանդով եւ երեխաներից սկսած հավաքել է այդպիսի մարդկանց խումբ եւ ընթացքից նաեւ բարևեց Սոնային որը շատ գեղեցիկ երգում է եւ Այսինքն ինչքանով հասկացանք, լինելու են ավելի փոքրերի խումբ եւ նոր հավաքված խումբ է լինելու, ավելի շատ նաեւ այստեղից է լինելու։ Ինչպես հասկացանք, Արնո Բաբաջանյանի ռեպերտուարի մեջ կապը կապում է նաեւ ուղղահայաց է տանում Ցոյին Արնո Բաբաջանյանի հետ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ սերը Արնո Բաբաջանյանի հանդեպ դրդում է նման տաղանդավոր սիրված մարդկանց, պատմություն ունեցող մարդկանց, 2-3 եւ ավելի անգամներ հյուր գալ Հայաստան եւ համերգային ծրագրով ներկայանալ հայ ժողովրդի առջեւ։ Ես հպարտանում եմ դրանով, ես շատ ուրախ եմ այդ առիթով, բայց ես կցանկանամ, որ Սուրենից մյուս երազանքը եւս իրականանա։ Եթե իհարկե դա հնարավոր է, փոքրիկ հատված Սուրենի ամենասիրելի երգից նվիրեք։ Ես շատ ուրախ կլինեմ։ Որի տեսահոլովակը կա նաև, կդիտենք հետո։ Восхищаюсь я, что у вас такая большая любовь к Арно Бабаджаняну, и что это и подвергает, чтобы вы вновь и вновь оказывались в Армении и даже создавали концерты. А также, хотя перейдем в 90-е, и позвольте исполнить желание Сурена и здесь спеть какой-нибудь куплетик из... Маленький, дева-девочка моя. Дева-девочка моя. Из Геса Делька Канавилен Лиай. Ну давайте посмотрим, о чем. В чем там, смотрите. Первая красавица в городе жила, очень неприступная девочка была, в школе не шалила и вела дневник, редко выезжала к морю на пикник. И очень важный момент там, так соединились детские сердца, так узнала мама. Моего отца, она спрашивает, а как она прыгнула? Почему она прыгнула? Да? А его же забирали, его же милиционеры хотели забрать, она хотела его спасти, а он ее поймал. Этот секрет надо рассказать, что с второго этажа было. С второго этажа несложно прыгать, с второго этажа, из-за любви. Я в Минчев дзес ражештал, хантушмам инстаг Алла Пугачева и Герахуси Хамаре. Часек ворчуна. Прежде чем попрощаться, мы пока... Посмотрим клип, но прежде чем попрощаться, дайте мне, пожалуйста, дайте телефонный номер Аллы Борисовны Пугачевой. Вот... Точно он у вас есть. Нет, и мы не поверим, смотрите, что нету. Смотрите, какая штука интересная. В качестве ответа на вопрос могу дать интересную штуку. Алла Борисовна была бы везде популярна. Была бы она поваром или воспитательницей. Знаете почему? Почему? Она родилась 15 апреля. Это 15-4, апрель 4 месяц. Если это число 154 разделить на 2, то получится 7-7-7-7. Да, 4 семерки. Она в шоколаде, как египетская пирамида. И номер телефона, пожалуйста. 0-90. Она замужем, и это ее мужа, наверное, надо спросить, потому что я с того момента, когда она вышла первый раз замуж, с ней... Ладно, давайте телефон Лободы. Не, а знаете что, на этот вопрос можно еще проще ответить. Я женат 41 год, и вообще мне разнополые телефоны меня не интересуют. Лав, ев кцанканам, ев хряжеш танкиряр, ев айсте сахацикин, асек дзершнор хаворанк болорин, ворофете, вага нортария, ев болоры смиасин дима ворумен 2023 тваканы. Попрощаемся с вами и попросим в эту камеру пожелания от вас всем, поскольку завтра мы вечером встречаем 2023 год. Не очень хотелось бы, чтобы все люди помнили о том, что мы находимся на шарообразном объекте под названием Земля, диаметром 12 756 километров, который в настоящее время летит в пространстве со скоростью 260 км в секунду на территории галактики Млечный Путь, диаметр которой составляет 9500 триллионов километров
умноженное на 100 тысяч световых лет. Если дети Армении будут это знать и помнить, то состояние себя как хозяина увеличится. Это я лечу, а у меня в рюкзаке земля. Вот и все. Mm-hmm. Поэтому ощущение того, что все на земле создано для тебя, и ты сам выбираешь, куда тебе смотреть. Да? И все это благодаря тому, что однажды Бог нам подарил возможность дышать. С Новым годом! Спасибо большое. Шнурвор Нуртари, если полюра цгак, вор чампруки меч, туке крум, дзери разанкнера, и в дзерне патакнера, ашхарна нера меч, и паствац мезет. Շնորհակալություն ձեր նոր տարին եւ գալիք Սուրբ Ծնունդը եւ շնորհավոր ձեզ միայն ու միայն մաղթում եմ առողջություն, ուժ, երկար տարիների կյանք եւ անպակաս լինեք բեմից եւ բոլորի սրտերից։